Итак, платформа сопровождающего состоит, собственно, из самой платформы, двух пневматических накачивающихся самоповоротных колес, двух крючков и кронштейнов, установленных непосредственно на самой коляске. Съем платформы сопровождающего происходит следующим образом. Просто мы снимаем ее с крючков и можем сложить вот до таких размеров. Собственно, одевается она точно так же. Все нужно просто накинуть на крючки. Данная платформа подходит ко всем моделям колясок Caterwheel. То есть это третья, пятая модели Caterwheel GTS 4WD, Caterwheel 4WD и Caterwheel Lite. Установка кронштейнов производится на производстве. Если вы заказываете коляску с опцией платформы сопровождающего, то эти кронштейны сразу будут установлены на производстве. Эта платформа может быть использована не только на ровной поверхности, то есть это не только в торговых центрах и на идеально гладком асфальте, за счет того, что у нас достаточно большие по диаметру колеса, это пневматические мягкие колеса, площадка может использована быть и на улицах, даже на разбитом асфальте. Значит, для ступенькоходных моделей перед тем, как перейти на гусеничный режим, конечно, платформу нужно снимать. В противном случае у нас гусеницы просто упрутся в эту платформу. Значит, перед тем, как подняться или спуститься на лестницу, сопровождающий должен снять эту платформу. Вы должны спуститься или подняться по лестнице. Сопровождающий, соответственно, поднимает эту платформу на руках. Подняли, зацепили обратно и поехали дальше. Вещь, на самом деле, очень удобная, особенно если гуляете вдвоем по паркам, по торговым центрам, больше 3-4 километров. Ну, действительно, устаешь преодолевать такие расстояния. Кататься на платформе – одно удовольствие. Грузоподъемность площадки 150 килограмм. То есть мы, на самом деле, вдвоем катались на этой площадке. Ну, прекрасно. Можно также установить пульт сопровождающего, то есть управлять со спины, то есть сопровождающий может управлять так же, как и пользователь. Поэтому всем тем, кто любит долгие прогулки, очень рекомендую. Вещь классная. Теперь несколько слов про то, как установить тележку для продуктов на кресло-коляску. Делается это с помощью крючков. Крючки нужно зацепить на левую и правую подножку. То есть это сейчас делаем на примере ашановской тележки. Насколько я понимаю, они все примерно одинаковые. То есть устанавливаем платформу сопровождающего, цепляем продуктовую тележку и наслаждаемся. Это классный шопер. Не, вообще по кайфу. Вообще кайф. Так можно и с края до вечера. Даже можно было на каблуках.